Так, в Тредхаусе что купила? Купила постилочки для, ну, одноразовые постилочки для этих самых, для кушетки, когда реснички делать, например, да, что клиент на одноразовый уложился. Так, антибактериальный спрей купила для дезинфекции и для замачивания тоже. Это, как сказать, ну, в общем, инструменты замачивать, после этого нужно мыть. Ну, там инструкция есть. В общем, это купила. В Тредхаусе купила такие для бровей, никогда не использовала. Вообще для себя взяла. Я мало, как сказать, редко делаю брови там клиентам, там, если только кто попросит, да, из своих. Купила на себе попробовать. Это такая как бритвочка, чтобы более брови были более выразительные, да. Купила еще такую кисточку для геля. Ну, обычная кисточка, просто тоненькая, потоньше взяла, чтобы гель было удобнее наносить около кутикулы, к примеру, да, около боковых валиков, сказать, линейка, в общем, для бровей. И что купила? Так, это в Тредхаусе у меня все вышло на 25 евро, да. На 25 евро. Там этот Тредхаус, это который склад. Там только для профессионалов продажи. Там по карточке нужно давать удостоверение личности и все такое. Не знаю, есть ли это в обычных магазинах, которые в торговых центрах. Возможно, есть. И что купила в магазине, как сказать, парикмахерском, да, там все для волос. У меня там давно карточка, потому что я заканчивала на парикмахера, у меня есть диплом, и там карточка есть. Там только по карточке можно купить, чтобы была скидка и так далее. И, например, профессиональные краски, да, вот купила профессиональную краску себе 10,76. Я этой краской тонируюсь, вот 10,76, если сама дома крашусь, но я сейчас в последнее время крашу корни и тонируюсь в салоне, но все равно, чтобы была, всегда на всякий случай, порошок у меня есть, и купила свою любимую, это просто супер для блондинок, всем советую, у меня было где-то видео об этой маске, не знаю, может еще сниму видео, ну, покажу до волосы, да, которые сейчас у меня, и после этой маски, то есть это небо и земля, это тонирующая маска, также 10,76 взяла, как и краску, она супер тонирует, как будто вы только покрасились, только затонировались. И плюс она еще дает очень хороший уходовый эффект. Это просто супер. После нее ваши волосы будут мягкие вообще. Даже если они сожженная мочалка практически, да, или близко к этому. То есть она очень хорошо ухаживает, увлажняет. Ну, термокератин написано. Не знаю, но супер. И после нее волосы достаточно выпрямить, даже мои, у меня такие вьющиеся волосы свои. И, например, для красивого эффекта мало выпрямить, просто брашингом нужно еще и пройтись утюжком, чтобы они были, ну, такие прямые, гладкие, да. А после этой достаточно вот брашинга и все. Это супер вообще. Я ради нее ехала туда, в Мустамяе. Это вообще другой конец города у нас. Так, у них сейчас, если в подарок, если берешь на определенную сумму товары, дают в подарок вот такие и на выбор шампунь и бальзам. На выбор дают такие как мини-версии. В общем, я взяла для длинных волос, ну, чтобы не путались и все такое, вот это вот. Такие взяла, это подарок, то есть они подарили. Я у них увидела, я думала, что у них продается только для парикмахерства все. Увидела у них для гель-лаков вот этот софин, я пробовала его уже. Они достаточно такие дорогие, если заказывать их через интернет. А тут увидела, что у них продаются, стоят вот эти, каучуковая база вот такая. Мне очень понравилась, я пользовалась, ну, работала ей. В общем, каучуковая база вот такая, вообще супер понравилась. Она такая густая, хорошая и, ну, хорошо держится на клиентах. И, ну, это для обезжиривания я взяла. Nail Prep, вот он. Попробовать этой фирмы я просто не пробовала. И было плюсом, что взяла попробовать, потому что не надо отдельно заказывать через интернет. Потому что у нас я только через интернет такую фирму видела. Вот, а это еще дополнительно нужно было бы платить, да, там, за доставку 3 евро и так далее, почтовый автомат. В общем, вот мои покупочки такие косметические, можно сказать, для работы и для себя, вот, съездила. Я все-таки, наверное, сниму отдельно видео еще и сниму до волосы и после, чтобы посмотреть вообще разницу после вот этой тонировки.